Сегодня свое путешествие начинаем со стороны центра страны, через Иерусалим, и едем через северный въезд на Мертвое море. Здесь нас радует рукотворно посаженные пальмы. Зелень здесь преобладает по сравнению с южной стороной страны. В этой части дороги, северной стороны страны, даже песчаные горы, они более структурны. Здесь вырисовывается каждый камень, он объемный и больше рисунков. И смотришь, и завораживает эта картина. Смотришь и не можешь оторваться от этих природных небоскребов, убегающих в небо. Когда светит солнце на голубом фоне неба, эти горы одноцветные, можно сказать, не кажутся такими блеклыми и неинтересными. Красота их поражает и завораживает. Путешествие становится не таким уж и скучным. Посещаю Мертвое море не один, и не два, и не три раза. Каждый раз что-то находишь для себя новенькое и интересное. Сейчас мы едем на дикий пляж Мертвого моря. Ну, и можно встретить там людей в первозданном виде. То, что можно сказать, без одежды. Их там немного, но почему-то они облюбовали это место, и можно увидеть. С обратной стороны дороги можно любоваться Мертвым морем, и сквозь дымку видно иорданскую сторону. Можно рассмотреть там тоже горы и тот же самый песчаник. И ты уже начинаешь представлять, как ты будешь бултыхаться в Мертвом море, качаться на его водах, соленых водах. Привет, мы приехали на Мертвое море сегодня. Какое сегодня число? 24 октября. Мы тут не одни. Тут вон полно машин.
водопад. Все вырвались. У нас разрешили выходить на пляж. Как раз купальный сезон закончился, потому и разрешили. Ну и все побежали. Тут тепло, градусов, наверное, 35. Так что можно еще купаться. Это место сразу после КПП. На берегу Мертвого моря. Дикий пляж. Давай, скажи. Всем привет, сегодня мы идем в пляж. На пляж? Ну да, дикий пляж такой-то. Да. Пойдем. И смотрите, какая большая машина. Машина большая, да. Для Барби. Анфиса взяла машину для Барби с собой. Да. Тоже хочет ей показать кусочек Мертвого моря. Вот он, дикий пляж. Ну, туда же есть, но кукла сидит. Такой лунный пейзаж. Так, нам надо отойти в сторону. Джип пытается на нас наехать. Мы спускаемся. Спускаемся. Машины вон там спустились, но мы уже не стали рисковать. У нас машина теперь без... Да, мы застряли. Мы в прошлый раз здесь застряли. Ночью. Вечером уже. И у нас оборвалось... Привод 4 ВД, поэтому мы теперь обычная легковушка. У нас теперь не джип. Поэтому мы оставили на высоте машину на дороге и спускаемся пешком по этому лунному пейзажу. А где же мы спустимся? Тут все перекрыто. Сейчас будем искать выход. Так вот, мы спустились по каменистой дороге. Теперь осталось только по песку дойти до берега. Там вот находится пресный ручей, потому здесь столько много народу. Вот такое обмелевшее Мертвое море уже совсем оголилось. Раньше все вода там была. Анфиса? Анфиса? Анфиса, помаши мне? Привет! Ну вот машина все-таки спускается, да, но если бы у нас привод работал, можно было тоже спуститься. Но обратно что-то не хочется, как в прошлый раз. Не знаешь, как поднимешься, нет. Я сейчас пешком хочу, и машине так. А тоже пешком. Вот такой дикий пляж. Это сразу около КПП и спуск. С палатками, с ночевкой приезжают. Ночуют здесь. Вот лагерь обустроили. Так, люди. О, собака даже. Охранник приехала отдыхать. Собаки с собой привезли. Они же приехали на несколько дней отдыхать. И дома, чтобы одна собачка не была. Почему нельзя? Можно, она же привязанная собачка. Такие видосики. Ну вот растительность есть. Есть какая-то зелень. Да, народу много. Такие горы. Такой вид, такие эти горы. Но мы идем к ручью. Нам нужен ручей, чтобы ребенок мог в пресной воде купаться, а не в соленой Мертвого моря, которое щипит. И долго там и нельзя находиться ребенку. Кожа разъедает. Да, и у взрослого, если есть какие-то ранки, разъедает полностью. Большая концентрация соли. Вот такие шалаши. Вот волны бьют, как у настоящего моря. Вау, шум прибоя. Не, не вчера, мы давно здесь были. Ну, как настоящее море. Такой запах сероводорода. У меня сразу насморк начался.
Уезжаем от жука, и такие темные. Осторожно. А вон этот ручей пресный, там уже сидят. Уезжай такой темный, я посмотрю, что они нам нужны. Вот мы расположились здесь. Под кустом. Мама возьла здесь, что за него серая. Да, конечно, тут все в пыли, пока спустились, все в пыли. Она не серая. Ой, нам Денис какую-то палатку ставит. Ну вот мою. Ты тоже готова в купальнике. Сейчас я тоже переоденусь. Не, мы сначала покушаем. Мы же проголодались, два часа ехали. А это что это такое? Угу. Мы сюда приехали. Да, два часа ехали. Сейчас сначала мы покушаем. Да. А сегодня у нас колечки, котлетки, колечки луковые и фрукты. Сок, да, Анфиса его уже уронила. И водичка уронила, половину пролилась. Мы забыли стаканчики, зато у нас есть вилки и ножи. Все, сейчас будем кушать. Вон Дениска плавает. Сейчас температура воды намного попрохладнее, поэтому такого нет чувства, как будто ты в маслянистой воде купаешься. Соль меньше растворяется в прохладной воде, оседает на дно, и поэтому нам наиболее приятно сейчас купание. Нет такой сильной жары, как летом. Сегодня 24 октября. Очень приятно купаться. Вон Анфисонька в ручье у нас. Так вот, я что-то не помню, что вот на Мертвом море такие волны. Вот мы когда на обустроенный пляж приезжаем, не дикий, вот я не помню, чтобы такие волны были. Я не скажу, что прям ветер такой сильный. Как дела? Как строители дела? Хорошо? Да. Вот у нас дамба из ручья. Тут ручей с минералами. Такой запах сероводорода. Ну и, конечно, тут слои грязи. Слои грязи, прям все удобства. Это тут же купаешься с солями Мертвого моря. И здесь же вот эта вот грязь. Со дна достаешь, можешь мазать. Не надо покупать. И вот песок. Песка нет. Такая галька. И очень здорово. Прям не прилипает этот песок. Как вот на основном пляже, там насыпан песок мелкий. И видно насыпной, да. А здесь вот это, вот эти вот каменные глыбины рассыпаются и перерабатываются морем. И получается вот такая галька. Мне очень нравится. Она не крупная, такая мелкая, приятная на ощупь. Вот слой глины. Глины, которые в пакетиках продают. Я тут сижу в минеральной ванне. Это минеральный ручей вместе с грязью. Он впадает в Мертвое море. Ой, кто это такой грязный идет? Щипит? Залазь сюда. Вот ручей минеральный.
Камушек? Угу. Вон наша палатка. Вот у нас ручей свой собственный есть. Собачки пошли купаться соседские. Знаю, как им не щипит ничего. А, у них шерсть же. Сейчас посмотрим, далеко не за хозяином заплывут. Нет, боятся. Бедняжки. Все, из пушистого комочка теперь будет липкий, соленый комок. Ай, собачки плывут. Вон он, хозяин. Ай, бедные собаки отравятся. А? К нему плывут? Они сейчас нахлебаются, слушай. Конечно. Кошмар. Ну, вот такие верные друзья. Бедные. Сейчас нахлебаются, вода горькая. Всю слизистую сожгут себе. Ой, она лакает. Ой, бедненькая. Ой. Кошмар. Ужас, ужас. Все, нахлебалась собака воды. Нахлебалась, бедная. Кстати, я вот попробовала даже. Случайно вода попала. Горечь такая. Бедненькая. Вау. Вот все, бедная, нахлебалась. Надо промывать ей ротик. Ужас, ужас. И в глаза, и везде сейчас. Че? Не бойся, не бойся. Отдыхай, тут тенечек у нас отдыхает. Вот люди тоже застряли, не могут выкатиться. Анфиса, иди за папой. Как мы в прошлый раз. Ну ничего, выкатились, но это маленькая горка. Хорошо, что мы не стали спускаться на машине, пешком спустились. Все, мы домой поехали. Пока-пока.